Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видеослушатели моего канала. Сейчас мы с вами находимся на странице 9.1 аудиопсихокоррекция. Ситуация складывается следующим образом. Вот у нас здесь внизу на сайте установлен счетчик от Яндекса. Мы видим, чем вы заинтересовались на нашем сайте, что вы просматриваете, что вам интересно. Речь идет об аудиофабулах, так называемых, психокоррекционных аудиофабулах. У нас их небольшое количество, что-то более чуть больше 30. Мы изготавливаем их, но для общего пользования индивидуально можем изготовить такую аудиофабулу. Кому интересно содержание этих аудиофабул, может скачать вот этот файлик вордовский, фабулы для взрослых, и ознакомиться с тем, что они из себя представляют. Их достаточно, ну, не очень много, но приличное количество. Периодически вопросы возникают, и надо понимать одно. Вот то, что вы видите на этом сайте, на нашем сайте lpfo.pro, вот он у нас так вот выглядит вверху, lpfo.pro, они уникальны. Мы занимаемся этим более 7 лет. Это наша технология. Мы являемся продолжателями дела профессора Игоря Смирнова. Если вы думаете, что вы можете найти, сейчас вот, ага, они у нас платные, стоят они сущие копейки, мы не рвем цены, не поднимаем цены, они стоят недорого, но если вы думаете, что вы сейчас найдете их где-то на других сайтах, их в интернете нет. Это наша технология, в ней несколько секретов таких, так скажем, наших профессиональных, как это все делается. Соответственно, если вы думаете, сейчас вы наберете аудиофабл и вам выпадет еще десяток ссылок, может и выпадет, я не проверял, меня это не очень интересует, может быть там какие-то другие иные технологии применены еще как-то, мне это не очень интересно. Вот здесь вот я пишу о том, что Игорь Викторович Смирнов, врач, доктор медицинских наук, профессор, академик РИАН. Он разрабатывал эту технологию, начал ее разработку, потом его ученики разъехались по всему миру, а мы считаем, что мы продолжатели его дела в России, создавая лечебные психокоррекционные аудиофабулы. Нигде более, кроме как у нас, вы их взять не сможете, а если только где-то что-то и похожее и находится, может быть какая-то другая технология, я не знаю, мы этим живем долгое время. Вы, может быть, что-нибудь похожее по названию и найдете, но вы точно можете быть уверены не на 100, а на 1000%, что это будут не наши аудиофабулы, не наша работа. Взять и заказать наши аудиофабулы можно только у нас на сайте. Попробуйте. Если вы думаете, что там сейчас вам вылетит там 10-20 ссылок, нет. С нашими аудиофабулами сайтов нет. Их нет ни еще 2, 3, 4, 5, 6, 10. Их вообще нет. Только мы обладаем этой технологией, и мы это реализуем для вас. Скачайте, посмотрите, как все это выглядит. У нас есть тут несколько бесплатных фабул. Посмотрите, как это выглядит. Ознакомьтесь с документом. Фабулы для взрослых. Запросы идут, люди не всегда понимают. Они думают, сейчас вот я найду, ага, тут платно. Сейчас мы привыкли, что мы сейчас все бесплатно. Сейчас найдем, где бесплатно, думают люди. Нигде их нет. Точно такая же ситуация, например, с ключами для методики MMPI. В интернете нет правильных ключей для методики MMPI для Березина на 377 утверждений. Ура, ура, ура. А у нас они есть, и мы создаем программные продукты, самые точные продукты в Российской Федерации по методике MMPI Березина. С точными ключами, утверждениями и так далее. Но это так, отступление от темы. Надо понимать, аудиофабул в интернете наших нет, или какие-то фейки. Только на сайте LPFO.pro вы можете найти и скачать эти аудиофабулы, приобрести и скачать. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!